Меня зовут Александр Борн, я расскажу вам про самый современный кассовый аппарат iCash. Мы с коллегами уже давно занимаемся автоматизацией бизнеса и ритейл и не понаслышке знаем о их проблемах. Одна из важных проблем – это то, что на рынке нет недорогой, но хорошей и удобной в настройке кассы. Есть хорошие, которые стоят очень дорого, а есть дешевые калькуляторы, на которых работать очень сложно. Мы с коллегами проанализировали рынок, пообщались с нашими клиентами, изучили тенденции, изучили новые технологии и рад вам представить наше решение. Это онлайн-касса iCash. Мы убрали все лишнее. Мы убрали тачскрин, ведь у многих есть мобильные устройства. Мы убрали старые интерфейсы, добавили современный Wi-Fi, Bluetooth, добавили энергоэффективные процессоры, энергоэффективную память, чтобы устройство было автономным, а также написали суперсовременное программное обеспечение. И благодаря этому мы выпускаем кассу, которая уже из коробки может полноценно работать. Рынок онлайн-касс составляет только в России 19 миллиардов рублей. Это открытые источники РБК. Мы рассчитываем на 5%, то есть на 395 миллионов. Наша модель продаж очень, очень простая. Если мы продаем, то мы как производители уже можем дать самую минимальную стоимость и, соответственно, уже зарабатывать. То есть, а производим мы на территории России. Есть вторая бизнес-модель по аренде, то есть мы как производители можем дать полное обслуживание нашей онлайн-кассы для бизнеса, при этом зарабатывать на одной кассе за цикл ее жизни до 120 тысяч рублей. Наши конкуренты, мы знаем наших конкурентов, мы проанализировали все, что есть на рынке, мы разобрали наших конкурентов до винтиков, знаем их самые сильные и слабые стороны, и мы видим свободную нишу. Наши конкурентные преимущества. То есть я считаю, что у нас самое лучшее соотношение цены и качества. Кроме того, мы молодая команда, которая может быстро меняться по текущие изменения. У нас простое интуитивное устройство, у нас там всего одна кнопка для управления. И также мы используем современное программное обеспечение. Кроме этого, сейчас на онлайн-кассе переходит почти все СНГ, ну и Европа. И от нас уже ждут предложений из Узбекистана и Казахстана. Наше производство находится в свободной экономической зоне Дубна, поэтому мы уже экономим на налогах и получаем дополнительные льготы. Там же находится как бы наша разработка и производство. Кроме этого, так как мы используем самый современный софт, модульные структуры, мы можем развивать наш личный кабинет до полноценной ERP-системы. И кроме этого мы используем открытый IP, что позволяет нашу кассу уже интегрировать в банковские сервисы или другие финансовые сервисы. Текущая стадия, у нас все уже разработано, мы готовы к производству, сертификации и продажам нашей кассы. Наша команда – это создатель и организатор я, Александр Борн, мой друг, идеолог Максим Ефанов, а также команда программистов и инженеров. Для запуска производства нам необходимо 375 тысяч долларов, которые мы вернем в течение 2 лет, но я практически уверен, что это будет гораздо быстрее, мы вернем 525 тысяч. При этом мы обещаем, что до возврата инвестиций 80% прибыли мы отдаем нашему инвестору, а после возврата 20% пожизненно будет получать наш инвестор. Спасибо за внимание. Буду рад сотрудничеству и знакомству. Спасибо.